Шымкенте продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа. Трагедия произошла в микрорайоне Курсай. Полностью разрушен частный дом. К природному газу жилье подключили накануне. Но в итоге на больничной койке оказались сразу 3 человека. Они получили сильные ожоги. Катерина Попкова с последними подробностями. Это все, что осталось от частного дома в микрорайоне Курсай. Взрыв газа произошел в этой комнате, после чего от дома практически ничего не осталось. Специалисты говорят, что жить и находиться здесь будет небезопасно, поэтому дом решили снести. Дом до восстановления не подлежит, потому что вы видите, вот здесь общий дом квадратуром 120 квадратов примерно. Здесь обрушено 30 квадратов общего дома. Накануне в семье был праздник. В дом подвели природный газ. Делала это частная компания. Супруги радовались. Не придется больше покупать газовые баллоны. Только зажгли спичку и сразу прогремел взрыв. 3 человека попали в больницу. Газ подключила частная компания. Вчера их специалист по телефону консультировал, как подключить. Сказал сначала открыть и спустить воздух, потом подождать и включить. В этот момент взрыв произошел. Врачи сообщили, что пострадавшие получили сильные ожоги лица и рук. В момент взрыва в доме также находились и дети. Они чудом не пострадали. Мужчины 40 лет, термический ожог пламенем 1-2-3 степени лица и кисти. А у женщины 37 лет тоже такая же аналогичная травма. И там находилась еще одна девушка 19 лет. У нее термический ожог пламенем 1-2-3 степени, но площадь ожога меньше. На месте трагедии продолжают разбирать завалы, а специалисты ищут причину взрыва и виновного. В районном акимате обещали временно разместить пострадавшую семью в общежитии, но после выписки из больницы. А тем временем на развалинах дома хозяев ждет их верный пес Актос. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24.